Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Alcatel 3T10. И сейчас я покажу вам, как войти в режим recovery. Итак, для начала нам надо отключить наш планшет. Выключаем. И после его полного отключения зажимаем кнопочку питания и увеличения громкости. После появления логотипа можем отпустить кнопочку питания. И попадаем в такой вот режим. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.